Привет! Ну вот, кажется, недавно все сеяли, а уже все, горох уже закончился. И мы скашиваем поле, чтобы трава дальше не росла. Вот, и чтоб не мешали они. Она как раз высохнет, и хорошо задисковать, и все. Так что вот так. Косилкой сзади 25-кой скашивает. Близко подходить не буду. Временами так бросает сильно, но скашивает очень хорошо. О. Там, где горох такой поменьше, там не остается, считай, ничего. А тут вот немного, потому что очень горох такой пушистый, как говорится. А так косит очень хорошо. Одна земля остается. Но. Одной работы меньше уже будет. Так еще, конечно, горох еще во есть, но уже мы его не собираем. Что сколько надо было, столько уже собрали. Вот сейчас только хожу по полю еще последний покушать. А так вон горох. Урожай был хороший. Вот. Вообще еще, о, еще собрать можно. Но трава растет быстро. Сейчас у нас дожди и тепло, сырости много, так что трава растет. Надо быстрее скашивать, пока семена, чтобы трава не дала. О, уже желтеет. Как мы два раза собрали, один раз как соберешь его, подшевелишь, он чуть-чуть желтеет. Как уже второй раз начинаешь шевелить, то он во, от жары еще совсем желтеет. Вот так вот. Так что вот это поле все надо нам скосить. И на 25-ке муж косит. Так что всем пока. А я еще, может, что успею тут покушать, пока не скосил. Всем хорошего дня и всем пока!